С вами канал Улица Москвы, и мы прогуляемся по улице Маршала Неделина, которая проходит параллельно белорусскому направлению железной дороги и будущей линии первого диаметра. Вот она справа. Сейчас мы географически двигаемся в западном направлении. Поехал 779-й. В свой не самый близкий путь до Нового Переделкино. Когда-то этот автобус на своем маршруте не подъезжал ни к одной станции метрополитена. Потом, после открытия Солнцевской линии, ситуация поменялась. Но он в первую очередь служит для связи промзоны на Рябиновой улице. Ну и как вариант, если кто-то живет в Новопеределкино и у него дача по белорусскому, например, направлению, а не по киевскому, он может также доехать на этом маршруте. Так. Тут уже примерно 6 часов вечера. Уже включили уличное освещение. Вот мы уже подходим к железнодорожной платформе. Рабочий поселок. Эта территория, насколько я знаю, вот раньше называлась Лимония в простонародье, потому что эти дома были покрашены в лимонно-желтый цвет. Так, здесь перейдем, наверное. Кстати, такая же улица с таким же названием есть и в подмосковном городе Одинцово. Улица Маршала Неделина. И она у нас была уже в выпуске про Одинцово. Так, а здесь также ведутся работы вовсю. Подготовятся к пуску диаметра и перекладывают все и вся, все, что можно переложить, и то, что переложить нельзя. Так, ладно, пойдем пачкаться тогда. Что делать? Покажу я вам будущие станции диаметров. Рабочий поселок Исетунь. Ныне это платформы белорусского направления. Опа! Как на тракторе. Так, ну вначале надо билет, наверное, взять. Вот такой же действует тут подземный переход.